Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Здравствуйте, в эфире программа «Итоги недели», в студии Кристина Рабина. Чем запомнились анапчанами гостям курорта минувшие 7 дней? Расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. 12 апреля на всей территории Кубани прошел общий субботник. В Анапе на уборку территории курорта вышли тысячи анапчан. Горожане навели порядок на старом кладбище, почистили речку, убрали мусор в детском парке. И в тот же день глава города-курорта Сергей Сергеев лично поучаствовал в благоустройстве и озеленении территории детской больницы. Посадил реликтовые можжевельники, растущие по 1500 лет. Зеленую зону отдыха у детской больницы благоустраивают по распоряжению Сергея Сергеева. Новую рабочую неделю мэр Анапы Сергей Сергеев начал с объезда города. В понедельник утром глава города вместе со своими заместителями проехал по городу и оценил подготовку к новому сезону. Оценка службам неудовлетворительна. Нарекания главы вызвали многие территории. На улице Крымской территория в ямах. Асфальт разбит, газонов нет. Примером для подражания глава курорта назвал благоустройство территории вокруг остановочного павильона на Анапском шоссе. Предприниматель создал здесь целый сквер. Директор фирмы «Арго» Петр Авдалян прилегающую территорию и землю за ее пределами привел в идеальный порядок. На разбитом газоне высадил 150 кустов роз, 105 можжевельников. Отремонтировал остановку, поднял и покрасил бордюры. Выложил тротуарную плитку. На въезде в город со стороны станицы Анапской по обеим сторонам дороги мэр города распорядился высадить 1000 хвойных кустарников. Проверить каждое дерево, если необходимо заменить. Здесь должна быть въездная аллея в южный город. Самое большое разочарование – состояние набережной. Плитка просела, малые архитектурные цветочные формы осьминожек и кит не привлекают внимания, а наоборот отталкивают. Клумбы заброшены, фонтан зацвел. На работу над ошибками глава Анапы отвел подчиненным срок до пятницы. Последовательность и инициатива. Мэр Анапы Сергей Сергеев на очередном планерном совещании напомнил заместителям и руководителям городских служб принцип эффективной работы во взаимодействии всех специалистов. Среди планов на неделю и долгосрочных Сергей Сергеев назвал подготовку к летнему сезону, организацию детского отдыха. Ответственно необходимо постоянно контролировать рынок торговли и ценообразования. Отсчет новой эры анапского футбола начался с презентации футбольной команды «Анапа». Знакомство заядлых болельщиков с командой прошло в Большом зале городского театра. Спортивное напутствие «Играть и выигрывать» во славу города-курорта дал мэр и президент анапского футбольного клуба Сергей Сергеев. Название мероприятия «Наш город, наша команда» в девятку. Болеть за новую сборную готовы все анапчане без исключения. Слишком долго ждали, когда у города будет своя команда. Тренировать новую команду будет спортсмен, с именем которого связаны самые яркие победы и достижения анапского футбола. Агоп Каланджан не раз приводил свою команду к победе. Ближайшая игра нашей новой команды в Новороссийске в субботу 19 апреля в 17:00. Футбольный клуб «Анапа» встретится с командой «Черноморец Дубль» из города Героя. А в субботу 26 апреля на стадионе «Спартак» состоится матч между «Анапой» и командой из краевой столицы ЦСП «Краснодар». Начало 17 часов. Анапчан приглашают поддержать команду «Анапа». В международном аэропорту Анапа на этой неделе состоялось торжественное открытие основной аварийно-спасательной станции. Новое здание построено по высшей категории пожарной защиты. Приурочено событие к празднованию 40-летия аэропорта. 40 лет назад на взлетно-посадочной полосе аэропорта приземлился первый самолет Як-40, рейс Москва-Анапа. Сегодня международный аэропорт Анапа обслуживает более 32 компаний по 45 направлениям. В горячем ключе состоялось зональное совещание по итогам деятельности органов территориального общественного самоуправления в 2013 году и задачам последующего периода. В Доме культуры собрались активисты ТОС 9 муниципальных образований края.
По итогам традиционного конкурса ЗСК в каждом районе выбрали тройку призеров лучших тосовцев. Благодарность и подарки победителям краевого конкурса вручил председатель ЗСК Владимир Бекетов и директор департамента внутренней политики Владимир Свеженет. Первое место в Анапе заняла Анастасия Кульбякина, председатель ТОС номер 63. За 4 года работы добилась солидных результатов. В микрорайоне Юбилейной станицы Анапской провели освещение, ремонт дорог и дополнительное асфальтирование. Все призеры муниципалитетов получат из краевого бюджета на развитие ТОСов 500 тысяч, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Самый красивый вид спорта – художественная гимнастика – собрала на соревнования 187 участниц из Краснодарского края. Если спорт – это труд, о художественной гимнастике говорят – это жизнь и даже больше. За 3 дня краевых соревнований лучшие гимнастки Кубани показали, на что способны. Победители в 3 категориях в каждом возрасте наградили медалями. И каждая девочка получила подарок от организаторов и спонсоров соревнований. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Мэр Анапы Сергей Сергеев проверил, как выполняются его распоряжения по благоустройству города. И сейчас обо всем подробнее. В понедельник мэр Анапы Сергей Сергеев проверил санитарное состояние города и ход благоустройства. На устранение замечаний Сергей Сергеев определил срок – рабочая неделя. В пятницу подвел итоги. В понедельник, сразу после субботника, глава города надеялся увидеть масштаб работ, выполненных на нем, более глобальным. Но оказалось, что даже в элементарном не было особого рвения. И у предпринимателей, и у ответственных за порядок служб. Поэтому в пятницу, как и обещал, Сергей Сергеев решил проехать тем же маршрутом, чтобы увидеть стремление подготовить город к весне достойно. Но металлические вазоны для цветов на Крымской с облупившейся краской он увидел на прежнем месте. Ни нового грунта в них, ни цветов по-прежнему не было. Почему ничего не сделано, почему мы проезжаем мимо? А? Почему эти железяки до сих пор лежат на клумбах? Вот это что за железяка лежит? Записывай. И дальше чуть-чуть. Долго она здесь лежать будет? Въездные ворота в город на Анапском шоссе начали готовить к посадке 1000 можжевельникам по заданию главы. Но предприниматель, которому было сделано в прошлый объезд замечание по тому, как он захламил строительным мусором территорию муниципальной земли, так и не прореагировал на требования главы навести здесь порядок. Ревизию контейнерных площадок провести здесь. Вот то, что рядом там площадка, ее условно можно назвать. И ржавые 2 контейнера стоят. Глава привел своих заместителей на заправочную станцию, где пыль толстым слоем лежала на колонках. Все, ну посмотри, она пыльная, грязная. Усосанная, видно. Вас устраивает вот это? Но зато цена... Ой-ой-ой-ой-ой. Эти, посмотри, за них же страшно браться. Здесь вообще даже невооруженным глазом видны равнодушие к порядку вокруг своего предприятия, а уж тем более к тому, что расположена эта заправка у въезда в город и, можно сказать, его лицо. Клумба. Планы где? Они все не поставили на клумбу, а цветы забыли посадить возле ценника. С учетом замечаний понедельника на набережной велись работы по благоустройству. Вон железяки стоят. Под декоративные. Тоже не крашены ничего. Чтобы у них что-то росло, земля должна быть свежая. Но фонтан покрашен явно наспех по неошкуренной старой краске. Лавочки не прикручены к мостовой. Плитка пока все еще перекошена в разные стороны. Я реально представляю, что за один день этого сделать нельзя. Но работая монотонно, правильно, качественно, каждый день можно добиться конечного результата. Сергей Сергеев решил провести обход города и на следующей неделе. По другому теперь маршруту. Но у тех, у кого так и не появится желание заняться благоустройством прилегающих территорий, глава оправданий больше принимать не намерен. В городском театре состоялась очередная 60-я сессия Совета муниципального образования «Город-курорт Анапа». На повестке дня – отчет главы Сергея Сергеева о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2013 год. В работе сессии приняли участие представители краевой администрации, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края и Совета муниципального образования «Город-курорт Анапа», почетные граждане, представители предприятий и организаций общественности, жители курорта. Позитивно настроил динамичный фильм с говорящим названием «Все цели достижимы». Эта фраза – девиз работы руководителя города-курорта и всей его команды. Конечно, я хотел бы видеть более значимые и скорые результаты. И все же могу с уверенностью сказать, что сделан большой посыл к тем переменам, которые необходимы нашему городу, который должен быть курортом с репутацией современного и прогрессивно-динамично развивающегося.
В развернутом докладе мэр остановился на основных достижениях 2013 года. Доходы местного бюджета составили 3 миллиарда 811 миллионов 100 тысяч рублей. При этом в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило на 554 миллиона больше, чем в 2012 году. В рейтинге муниципальных образований края Анапа по итогам года поднялась с 24 места на 14. Красноречивые цифры во всех отраслях жизни города. В течение 2013 года в Анапе отдохнуло 4 миллиона 105 тысяч человек, из них 200 тысяч – дети. Введены в эксплуатацию 10 новых объектов торговли, высажено 104 гектара молодых виноградников и собрано 16,5 тысяч тонн винограда. Это лучший показатель в отрасли за последние 5 лет. Среди главных событий года можно назвать принятие генерального плана развития города-курорта Анапа и открытие стелы «Город воинской славы». 370 земельных участков под строительство было выдано многодетным семьям. На текущее содержание капитальный ремонт дорог было направлено 136,5 миллионов рублей. Значительный объем работ проведен в сфере благоустройства. Высажено более 26 тысяч цветов, 724 саженца деревьев, 69 кустарников. Начато строительство фонтанного комплекса на улице Горького, который станет одним из главных украшений Анапы в сезоне 2014. Впервые за несколько десятков лет предприятие «Кубанинерго» провело масштабную реконструкцию основных трансформаторных подстанций, направив на эти цели 1 миллиард 122 миллиона рублей. Основные статьи расходов – это образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, социальная политика, расходы на которые из года в год растут. В 2013 году удельный вес расходов социального блока составил 70,7%. Кардинальные перемены произошли в дошкольном образовании. Впервые за 20 лет в Анапе стали строить новые детские сады. Благодаря капремонту и реконструкции удалось увеличить количество детских мест на 900. Но и это не предел. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство детсадов по улице Ленина 191А и 203. На улице Ленина 191 в Анапе выделена земля под строительство школы на 455 мест. В станице Анапской скоро построят подземный пешеходный переход, а на Симферопольском шоссе – Ледовый дворец. Отдельно хочу поблагодарить еще раз губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева. Хочу поблагодарить за совместную работу депутатов законодательного собрания нашей территории и депутатов Совета муниципального образования город-курорт Анапа. В продолжение сессии выступил директор Департамента внутренней политики Краснодарского края Владимир Свеженец. Молниеносно пролетел год работы новой команды Сергея Павловича, и я думаю, что теперь вот такой формат встреч, он не то, что он стал регулярным, он стал наиболее тесно выстроен, потому что очень много дел, много сделано за столь короткий период, и еще столько же много предстоит сделать. Успехов во всех ваших делах созидательных и всей команде, которая сегодня работает на созидание. Больших успехов. Депутаты Совета высказали свои мнения о совместной результативной работе с администрацией. Елена Некрасова остановилась на теме взаимодействия с АТОСами. Сергей Дорохов на поддержке предпринимательства. Сергей Загвоздин на успехи курортного сезона. Подытожил выступление председатель Совета Леонид Кочетов. Очень хорошо, что бюджет города-курорта Анапа был социально ориентированный. И все показатели, которые были намечены, они, как правило, все перевыполнены. И это, в этом заслуга, конечно, прежде всего главы города-курорта Анапа и всей администрации совместно с городским советом работали. Завершила сессия на торжественной ноте. Директор Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Владимир Свеженец вручил награды участникам мероприятий по подготовке и проведению 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани второй степени награжден глава города Сергей Сергеев и его заместитель Алексей Харитонов. За высокие достижения в труде, заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в подготовку проведения 22-х Олимпийских игр в Сочи почетной грамотой администрации Краснодарского края были награждены первый заместитель главы Светлана Яровая, заместитель Юрий Поляков, газоэлектросварщик участка канализации ОАО «Анапа-Водоканал» Андрей Аралов, рабочие предприятия «Зеленстрой» Дмитрий Киселев, маляры Наталья Корниенко и Валентина Мерзлякова, а также водитель третьего класса ОАО «Теплоэнерго» Евгений Толстых. Перед сессией глава города-курорта Сергей Сергеев и директор Департамента внутренней политики Краснодарского края Владимир Свеженец посетил уникальный пансионат «София». Здесь собраны в одну систему уникальные технологии, современная аппаратура и методы оздоровления.
Даже для руководителя такого уровня, как Владимир Павлович Свеженец, знакомство с таким медицинским центром, как Анапская София, настоящее открытие современных возможностей медицины. А уж для анапчан и гостей курорта это будет настоящим шоком. В хорошем смысле слова, конечно. Во всяком случае, мы такое испытали. Оборудование, шагнувшее в будущее, тщательно подобранное в мировых клиниках и научно-исследовательских центрах, подсмотренное в передовых и самых дорогих медицинских здравницах мира, установили в пансионате София, пожертвовав номерным фондом. Но у них в основном ехали люди не для лечения, это для принцип опыта. Пансионата. У нас... Они сейчас хотят перейти на принцип санатория. Конечно, показывать такое учреждение гостям курорта – настоящая гордость для главы города. Сергей Павлович его и не скрывал. Ведь не только оборудование, но и специалисты были выписаны из разных уголков страны. Откуда приехали? Из Томска. Иркутск. Иркутск. Томск. Здравствуйте. Тоже. Все время все приехали. Да, да. Ждем. Приехали почти год назад. Год назад. Да. Уже привыкли? Уже обвыклись. Уже устроились. Жили, да? Да. Даже лучше, чем прежде. Вы правильно выбрали место жизни, оно очень комфортное. Часто приходится выезжать, видеть, но вот компактно собрать, все это установить. И самое главное найти людей, персонал, который бы умел работать, врачей, средний персонал. Это очень серьезная работа проведена. Максимальная загрузка должна быть. Людей, чтобы люди пользовались вот этими всеми возможностями, уникальное оборудование, которое у вас сегодня оснащено. Лор-оборудование, аппаратура по офтальмологии, гинекологический кабинет, исследование и удаление камней из почек, высокотехнологичны, глубоко специализированы и детализированы, процедуры безболезненны. А в клинической лаборатории, например, все анализы выполняются без вмешательства человека, их делают умные компьютеры. В скором времени откроется хирургическое отделение, которое способно поразить воображение любого нормального человека, привыкшего к традиционным скальпелям и йоду. Но об этом нам еще предстоит рассказать. А пока воображение гостя поразили и зимним садом, в котором все от экзотических цветов и птиц настоящее. Море как на ладони и бассейн с чистой морской водой под открытым небом. Восхищен был Владимир Свеженец и тем, что в Анапе все специалисты муниципального контроля объединены в одну единую службу. Теперь специалисты управления муниципального контроля будут поддерживать законный порядок в строительном законодательстве на территории Анапы. И вы теперь всегда узнаете этих людей по форме и автомобилям со специальным обозначением. Руководитель краевого департамента оценил новое подразделение как передовой опыт, за которым в скором времени приедут со всего края. Мы приедем сюда и пригласим сюда всех глав муниципальных образований для изучения именно вот этой практики работы. А у вас сегодня самая сложная задача – наработать. 17 апреля в России отметили День ветеранов МВД. По инициативе Общественного совета при МВД России в течение месяца проводилась акция «Ветеранская вахта». Итоги подведены в канун праздника. Лучшим по Южному федеральному округу признан Совет ветеранов Анапского линейного отдела на транспорте. На торжественном вручении наград побывала наша съемочная группа. Ветеранская организация Анапского линейного отдела на транспорте была создана 5 лет назад, и за это время сплотился дружный коллектив. У нас 103 человека, вот сами посудите нас, 20 человек это являются инвалидами. Вот. Двое, один, ну в смысле, они не ветераны, а ребята рабочие, которые работали, молодые. После Чечни один не оправился, умер, второй погиб. Так что... Да, остались семьи, еще есть. Кроме этого, основная, конечно, задача – это социальная. По возможности оказывать помощь непосредственно ветеранам. Бывают все какие-то материальные предпосылки. Приходится оказывать помощь и вдовам, кстати, погибших. На торжественном собрании Анапского линейного отдела вручались награды победителям творческого конкурса «Я транспортной полиции солдат». Анапчане получили 5 дипломов. Отличились не только в меткости по пулевой стрельбе, но и в номинации кулинарного мастерства. Ветеранский паёк получили сразу 3 диплома, один из которых увезет домой Витязева ветеран транспортной полиции, самый первый милиционер линейного отдела в Анапе Иван Анастасович Куко. Я представлял по винам Анапского района, было такое вот мероприятие, все женщины представляли торты, а я представлял наши виноделы витязовские, мне, значит, поручили, и от них я получил эти все бутылки разные, и сухие вина, и крепленные, и чачу и так далее. Вот эти вина представили, и там никого не было, кроме меня, представлять такое богатство Анапского района.
Высшие награды линейного управления МВД медалями за Содружество народов награждены Николай Ильин и Артур Шакаров. Наших ветеранов я называю сенсеи. Постоянно приходят, советуют, мы их всегда рады видеть. И за чашечкой чая или кофе в кабинете информация, она проходит все равно получше, чем если пытаешься куда-то сам как бы посмотреть. Все равно учителя есть учителя. И мы им за это благодарны. Ветераны Анапского линейного отдела МВД остаются в строю. Они не признают слова в отставке. Продолжаем выпуск. Зачем скрываться, если скрывать нечего? Инспекторы Анапской роты ДПС провели операцию «Тонировка», принуждая водителей снять пленку, ограничивающую обзор. Под пристальным вниманием водители автомобилей с запрещенным тонировочным покрытием на стеклах. Несмотря на запрет, Владимир затонировал лобовое и передние боковые стекла автомобиля. Тонировочную пленку со стекол автомобиля снял в присутствии сотрудников роты ДПС. Если данное нарушение устраняется на месте, то есть снимается пленочное покрытие, то выписывается административный штраф 500 рублей. Если данное нарушение не устраняется на месте, то снимаются государственные регистрационные номера до устранения данного нарушения. Профилактическое мероприятие «Тонировка» проводят инспекторы роты ДПС в Анапе с 17 по 24 апреля. За 4 месяца инспекторы оштрафовали 342 водителя. Основание – запрещенная тонировка на стеклах машин. Пленка ухудшает видимость на трассе, из-за этого аварии случаются чаще. Не задумываются о безопасности и жизни водителя, садясь за руль нетрезвыми. С 15 по 20 апреля проходит профилактическое мероприятие «Бахус». Сотрудники роты ДПС выявляют водителей в состоянии алкогольного опьянения. Назначается административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем от полутора до двух лет. С сентября 2013 года суммы штрафов увеличились, но нарушителей закона это не останавливает. С начала года 173 случая. Профилактические мероприятия «Бахус» и «Тонировка» направлены на уменьшение аварий на дорогах Анапы. Сотрудники роты ДПС призывают организаторов свадеб и молодоженов не заклеивать госномера автомобилей и кортежей. Это запрещено, и нарушение этого запрета может омрачить праздник штрафами. В Анапе прошла благотворительная акция на самой высокой ноте в рамках губернаторской программы «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». Цель акции – помощь одаренным детям и детям с ограниченными физическими возможностями. Накануне праздника Светлой Пасхи в Анапе стало традицией проводить благотворительную акцию на самой высокой ноте в поддержку одаренных детей. В зале Центра культуры «Родина» был установлен бокс для сбора денежных средств краевого благотворительного фонда «Цветик-семицветик». У нас в Анапе, но и в целом в Краснодарском крае, проживает очень много талантливых детей, которые сегодня нуждаются, безусловно, в помощи. Я почему говорю, что в помощи? Потому что не каждый может сегодня купить себе достойный костюм, чтобы выступать на сцене, соответствующий профессиональный инструмент. Не каждый может сегодня поехать, обеспечить поездку для того, чтобы показать свой профессионализм на самом высоком уровне в других городах нашей необъятной России, не только России, но и за рубежом. Поэтому сегодня вот эти дети действительно нуждаются в помощи. На выделенные средства для детей приобретают музыкальные инструменты, сценические костюмы, наборы для изобразительного искусства, оплачивают расходы на участие в фестивалях и конкурсах. Предприятия торговли уже перечислили средства ансамблю «Молодость» на пошив новых костюмов. Благодаря акции «Добра и милосердия» новые сценические костюмы будут у участников клуба для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорога добра», у певицы Изабеллы Андреасян и многих других талантливых анапчан. На часть собранных средств 7-летний Саша Чепурной из Юровки получит новую балалайку. Осуществилась мечта и воспитанников детской музыкальной школы номер 1. 12-летнему Семену Богданову депутат ЗСК Николай Иванюшкин выделил 50 тысяч рублей для приобретения нового кларнета. Семен занимается музыкой с 3 лет. Окончил класс фортепиано, сейчас осваивает кларнет. Мне очень надо новый кларнет, потому что сейчас хоть у меня и хороший, но все равно есть некоторые недостатки. Надеюсь купить на выделенные мне деньги хороший инструмент. София Глушкова, 14 лет. 10 из них девочка занимается в детской музыкальной школе номер 1, играет на скрипке. София признается, когда у нее плохое настроение, на помощь всегда приходит музыка. Часть средств от продажи билетов на благотворительный концерт пойдет на покупку новой скрипки. Моя музыкальная школа находилась в одном здании с налоговой, и я, будучи 4-летним младенцем, пошла с мамой оплачивать налоги.
И получилось так, что я услышала звук музыки и сказала: «Мама, я буду заниматься». И вот с тех пор я ухожу на музыку. Многие талантливые анапчане, несмотря на юный возраст, успели достичь значительных успехов в творчестве. Благотворительная акция «На самой высокой ноте» будет и в дальнейшем проходить в Анапе. Средства, выделенные на помощь в обучении одаренных детей, помогут молодым дарованиям курорта. В Анапе проходят соревнования по синхронному плаванию. О завораживающем процессе, результатах соревнований и церемонии награждения победителей – наш следующий сюжет. Отделение синхронного плавания открылось в Анапе менее года назад. Анапчанки уже показывают хорошие результаты. Елизавете Вишневецкой, 11, синхронным плаванием занимается 5 лет. Начинала тренироваться в Казахстане. Родители переехали в Анапу. И Лиза продолжила занятия плаванием на курорте. Заняла первое место в городских соревнованиях. В синхронном плавании главное, чтобы была хорошая растяжка, чтобы ноги были всегда соединены, чтобы заниматься, не пропускать. Если будешь пропускать, ты не сможешь хорошо заниматься. Нужно стараться, чтобы не подводить тренера. В этом году я буду танцевать соло первый раз. Танцевала раз 5 группу. Лиза лучшая в старшей возрастной группе с 9 до 11 лет, дельфиненок 1. В младшей группе дельфиненок 2 с 7 до 9 лет, золото у Александры Селезневой. Синхронным плаванием девочки занимаются с сентября 2013 года. У них существуют определенные фигуры, которые они должны показывать на оценку судьям. Они все выступают в одинаковой форме, белая шапочка, черный купальник, чтобы быть неузнаваемым, потому что это, чтобы оценки были более объективны. Это правило соревнований финновские, международные, которым соответствуют все участники и спортсменки. Следующий этап – тренировка первой произвольной программы для выступления на краевых соревнованиях. В ноябре в Анапе пройдет первенство Кубани по синхронному плаванию. На курорт приедут спортсменки со всего края. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. В субботу, 19 апреля, в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем 15-18, ночью до плюс 13 градусов по Цельсию. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 12 градусов тепла. В воскресенье 20 апреля в Анапе будет пасмурно, возможно осадки. Температура воздуха в дневные часы 12-14, ночью около 11 градусов по Цельсию. Ветер переменный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 12 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48 300 и 48 333.